как же мне не веселиться, засорили все вокруг. Стоит только повернуться, свалка здесь и мусор тут. Во дворе и на работе, возле дома и в саду. Это значит, уважают, и у всех я на виду. Кто это тут безобразничает? Кто посмеял раскидывать весь этот мусор? Я король мусора, а ты кто такой? Я чистюля, и ты не имеешь права мусорить. Почему же я не имею права мусорить? Потому что мусор загрязняет окружающую среду. Люди сами загрязняют окружающую среду, мусорят где хотят. Ты посмотри, он здесь уже был. Я не позволю тебе этого делать. Я вызываю тебя на бой. Так, хорошо. Я же мусор! Давай руку, пойдем, я тебе покажу. Давай поиграем в мою любимую игру. Мусорбол. Рассортируем все по специальным контейнерам. Остатки еды, древесины и листва относятся к биоотходам и разлагаются быстрее всего. Это самый безопасный мусор. Я бы сказал, это самый небезопасный мусор. Ты прав, давай положим его вот в этот контейнер. Вот резина, пластик и металл относятся к техногенным отходам, разлагаются очень долго, тем самым вредят окружающей среде. Что ты делаешь? Ребята, вы знали, что одна такая выброшенная банка в лесу пролежит там 500 лет? А если собрать 700 таких банок, можно сделать целый велосипед. А для банки есть свой контейнер? Да, вот он. Давай уберем его туда. Отлично. Давай. Чистюля, а ты знал, что 100 килограмм макулатуры может спасти целое дерево? И разлагается она быстрее всего. Всего лишь за 2 года. Давай уберем ее в специальный контейнер. Давай. Отходам из стекла не место на свалках и мусорках, ведь это отличное вторсырье, из которого получится посуда и стройматериалы. Обычная стеклянная бутылка разлагается более 1000 лет. Убираем ее в контейнер для стекла. Самый ужасный вид мусора – это пластик. Он разлагается хоть и меньше по времени, но попадая в почву и воду, отравляет все вокруг. А вы знали, что к 2050 году в океане может не остаться рыбы из-за того, что люди выкидывают туда очень много пластика? В Кении за производство и продажу полиэтиленовых пакетов предусмотрен даже штраф и тюрьма. Убираем его в этот контейнер. А про меня забыли? Где мое место среди мусора? Показывайте! Видите, сколько отработанных батареек насобирали жители Мончегорска? Батарейки нужно утилизировать. Элементы батарейки токсичны и очень опасны. Одна батарейка разлагается более 100 лет и может даже взорваться. Батарейка, тебе повезло. Сейчас в экологической библиотеке города Мочегорска проходит акция под названием «Батарейка, сдавайся». Ее суть в том, чтобы принести как можно больше батареек и убрать их в специальный контейнер. А тот, кто принесет больше всего батареек, получит специальный приз от библиотеки. Эй, ребята! Чтобы посмотреть, как разлагается мусор по-настоящему, вы можете провести эксперимент прямо дома. Для этого нам понадобится 4 контейнера с землей и различный мусор. Вам понадобится пищевой мусор, металл, пластик и бумага. Вам нужно весь этот мусор положить в землю, создать ему, так сказать, природные условия. Мы кладем весь мусор в землю, после чего засыпаем весь мусор землей и поливаем водой. Главное, подпишите все контейнеры, чтобы не забыть, какой мусор будет туда засыпать. Результаты этого эксперимента вы можете увидеть уже через пару месяцев. Отправьте его нам в экологическую библиотеку города Мочегорск. И что же вас так развеселило? Мы молодцы! Мы навели порядок, мы ведем себя экологично. Пойду вынесу этот мусор. Давай, батарейка, а ты знаешь, что означает вот этот экологический знак? Экологический знак «Лента петля Мебиуса» означает, что упаковка товара частично или полностью сделана из переработанного сырья, либо пригодна для последующей переработки. Знак «Не выбрасывать». Сдать специальный пункт по утилизации указывает, что данный продукт нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Знак «Бокал-вилка». Часто
наносится на пластик, например, одноразовую посуду, означает, что товар изготовлен из нетоксичного материала и может соприкасаться с пищевыми продуктами. Знак «Выкидывать мусор в мусорное ведро» означает, что данную упаковку следует выбросить в урну. Знак «Перерабатываемый пластик» символизирует замкнутый цикл, создание, применение, утилизация. Знак ставится на пластиковых изделиях, которые могут быть переработаны промышленным способом. Металлолом на переплавку, макулатуру на картон, пластик не производить. Чистота – залог успеха. Проект «Семейный эко-драйв» продолжается. Участвуйте в наших акциях и розыгрышах. אל המכולת הקטנה, אל הדירה הישנה, אל המ...